Убивали бездомных собак. Компания «Эко» отлавливала животных в Новочебоксарске и вместо того, чтобы заниматься передержкой, просто уничтожала их. Антигуманную и противозаконную практику пресек Ленинский районный суд. Еще в августе этого года администрация Новочебоксарска заключила муниципальный контракт с компанией «Эко» на отлов, перевозку, временное содержание в пункте передержки. В контракте была оговорена и утилизация безнадзорных животных, но если они представляли особую угрозу и вели себя агрессивно. Как показала проверка прокуратуры, эта организация даже не могла предоставить условия для временного содержания. Оказалось, животных просто убивали на месте. В период с августа по сентябрь 2018 года во исполнение данного муниципального контракта обществом отловлено 74 голов собак, которые в последующем были умерщвлены на месте их обнаружения без помещения их в центр временного содержания, в связи с тем, что у данной организации отсутствовал указанный центр. По данному факту прокуратура Ленинского района обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением о признании деятельности общества с ограниченной ответственностью по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных незаконной и просила обязать общество прекратить указанную деятельность до момента устранения нарушений федерального законодательства, то есть до обустройства пункта временного содержания безнадзорных животных. Организацию «Эко» еще проверят и по факту жестокого обращения с животными.